Что тут за проблемы? Да не, просто застряли. Ну типа да. Ну это плохая идея, да, Руслан? Ну вообще не очень, да. Ну, пацаны говорят, что нормально. За балку лучше, наверное, было. Нормально, тут рожь. А там защита у них, до балки не долезешь. А. Зацепили за рычаг. Сейчас узнаем. Да, чуть-чуть. А, не, ну, если потянуть, то, наверное, не страшно. Как-то пары. Да не, по глупости справа. Так, продолжаем идти по трассе. Ну, ничего сложного не видно пока. Где-то, может, дальше. Просто оно длинное, наверное, они поэтому долго едут. Там, наверное, нет. Сейчас не выскочил из-за угла. Засады. Прячься за меня. В лесу раздавался топор дровосека. Вот. А, автобус. Мы забыли про автобус. А, машина, машина. Впереди машина. Автобус здесь сидит. Автобус сидит. Нива быстро резанула. Да, тут два коридора. Ну, вот и лидер нарисовался. Хотя... Да, это лидер на сегодня. Красная Нива лидирует. Это символично очень. Так. Белая Нива на втором месте идет. И Йоханы Бабай. В лесу раздавался топор дровосека. А шо у отца-то большая семья? Отца слышит. А шо? А я удираю. Шо произошло? Франц. Шо произошло? На обгон шел, да, Илиш? Так, УАЗик на третьем месте идет. Куда меня затолкали? Тебя затолкали, да? Да, конкуренция. Ты что? Плечом? Да. Страшные люди. Ни хрена себе, бугаи. Так, ленту же не порвите. Зацепить за багажник, куда не подтягивать, я буду пробовать. Как вариант. Хорошо, что у тебя штурманов много. Да где зигну? Так, УАЗик на четвертом, кажется, месте. Уверенно нагоняет. На четвертом месте идет. Дальше Луаз, кажется. Сейчас посмотрим. Нива на пятом месте идет. На пятом месте уверенно. Так, тут на шестом 69-й. ТВХ лидирует в своем классе. Луаз на седьмом месте. О, автобус наш поехал. А ты в нем ехал? Да. Так а меня что не взял? Тяжелый. Так а что ты не помогаешь выезжать? Толкай, иди, если ты ехал. Торф прыгает под ногами. Стекло побили. Все шевелится. Где? Есть? А вот можно чуть проверить. Вот. Еще можно. Ну, назад. Назад, чуть-чуть, Франц, назад. Чуть-чуть. Все, теперь вправо. Стой, стой, хорош. Теперь вправо попробуй, может. Подожди, подожди, сейчас подкопаем. Чуть-чуть вправо и коксу. Толкать, да. Пошел на коксе. Ох, лютый. Митсубиси Делика. Отвязываем. Так, Руслан, тебе мест не хватает. Должно хватить. Нет, тебе не хватает. Должно хватить, не, по идее. Никак. Мальчик, отойди от машины. Подожди. Тут же спальные места, а у них все, короче. Не, вообще
Нет, Дели это крутая тачка. Так, 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 двигайся, крот, двигайся. Закинь. Вот так, все. Крот, закинь. Подожди, дверь, дверь, дверь. Закинь, Руслан. Все, да, я проник вовнутрь. Ох, блин, что-то страшно реально. Может, я зря сюда сел, блин. Вылазь наверх. Да, блин, вылези вообще на улицу и беги сзади, блин, будет лучше кадры. Можно меня веревкой... Ёханый, бабай, Франц! Франц жесткий. Я вылазишь, да? Я забыл, что он раньше пилотировал другую машину. И из-за этого... Это на первом круге штука вы, да? Мы уже на четвертом. На четвертом. По сложности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаки, держимся, держимся. Мы всем разговариваем вот так. Франц! Твою мать. Франц, не спеши, спокойно иди, пыльно очень становится. Мы тебе заплатим, если мы доедем живые. С этого момента поподробнее. Я на всякий случай бухгалтер. Мальчик, ёханый бабай, смотрите, эти шизофреник, блин. С тремя подписчиками человек из-за трех подписчиков готов на смерть, блин. Франц, что-то жестковато ты зашел, мне кажется. Да, да, я тебе говорю, что... Сильно, сильно, подвинься. Красився. Я нормально сижу. Садим на руки, как раз будешь высоко сидеть. Так, там УАЗы, УАЗы навстречу обгоняют нас. Ёха. Нет, мы не держимся. Они на самом деле. Осторожно. Франц, главное не спеши, едь спокойно. Тут доезжает, побеждает тот, кто едет медленнее. Быстро едешь, медленно поедешь. Да нет, это про другое. Уже победа чего надо, да? А заедем на пидстоп, нет? На пиво или на коноплю? Да на что-нибудь. На МакДрайв. Там на Бориспольской трассе, кстати, МакДрайв есть. Шо, шо, куда? Да сядь, успокойся, блин. Все твои... Твои три подписчика увидят все у меня, блин. Сиди спокойно. Давай, быстрее, тут горка. Да подожди, горка, сейчас ты выбьешь зубы. Сядь, я тебе говорю. Подожди, зубы дорогие. Так, блин. Держись, пацаны. Ой, блядь. Ох ты. Франц, блядь. Американские грузы деньги платят. В Америку доехать, заплатить за билет, а тут тебе... Что ты за меня держишься, девочка? Больше не за кого. Скажи спасибо, что не за яйца. Я помню, малый был, короче, едем как-то в автобусе. И что? А толкучка такая вообще. Франц, и? Не, тут проходное все, тут можешь не газовать. Какая-то бабушка. Тут все проходное. Бабушка залазит. Хватает тут чувака за поезд. Тут все проходное. Ого! Нормально. Это номер. Место. Нормально. Идем по... Тут проходное, Франц, не спеши. И тут вправо, вправо там тесно, влево тут лучше, яма? Скажите. Очень. Лево там лимонет. Да нет, там ну, слева ты, ехали да. тоже. Нет, слева есть где. Так, тут очень узко. Очень узко, да. Очень узко. Прямо. Очень так, узко. Справа, парни, яма. А есть справа, да? Да, слева, да, слева тоже есть проезд. Франц, я тебя прошу. Ты плохо просишь, судя по всему. Я тебе куплю. Нормально. Идем, конечно, уверенно. Вот. Здравствуйте. Вот это вежливый, блин, да. Участник лучше. Да, да, там 29-25 проехали. 29 минут. А сейчас будет быстрее. Нива, Нива идет. Вот он лидер. Вот он лидер идет на красной Ниве. Лидер. И преследует его бронзовый серебряный призер. И пешеход без Нивы. Ты выбьешь зубы, сядь, я тебе говорю. А, это дырка моя. Дырка. Сантреки. Сантреки надо взять. И... Вода дистиллирована. Пидстоп у нас. Так, идут. Идет Шевроле Нива. Телефоны. Нет. Шевроле Нива. Тоже. Она отстает на круг. А тут вот один из лидеров. В своем одиноком классе. Давай не садимся.
Ну, на спидстоп. Да, я. Так, мотоциклист, мотоциклист. Ну вот этот маньяк. Куда-то он заднюю включил, смотри. Решил сход сделать, наверное. Ну вот и лидер, это явный лидер. Но они два лидера, в принципе. Тут разрыв у них совсем небольшой. Белая Нива выжидает, пока красная устанет. 69-й держится. Ну, это надежный внедорожник. Растянулась уже колонна, ЛуАЗ. Вот так идет. В таком спокойном темпе. Молодец. Без фанатизма бережет машину. Квадр продолжает дубасить, наматывать круги. Что там, Франц, какие у нас проблемы? Ну, наверное, посолка еще вот. Вышел на улицу? Да, когда боком стоял. То ты когда ударился пузом, что там с радиатором, надо посмотреть. Шевроле Нива быстро нарезала. Не достал там радиатор, нет? Не, радиатор. Далеко боком там? Боком стоял и отсюда вы. А, из-за этого думаешь? Ну, думаю, да. Блин, что-то мы нагрелись. Немного. Митсубиши Делика. Не надо велика. Это шикарный внедорожник для таких мероприятий. Это надо показать изнутри. Так, ребята идут. 69-й с Ирпеня. Мальчик, елки-палки. Ты не едешь, тебя вычеркнули из списка приглашенных. Квадр. У вас держится, не знаю, на каком сейчас месте, Саша. Ну, ЛуАЗ увеличивает темп. Ну, молодцы. У Нивы какие-то проблемы. Как раз напротив нас остановилась. Что-то тяжеловато. Не, пошла, все нормально. Осторожно, Гранд Чероки, блин. Это тебе не шутки. Идет на победу. Так, долили водички. Не булькает нормально? Телека хорошая тачка. Угу. А то прокачка, да, или что? Давай сейчас перевадим полный. Патр. Да, патр. Посмотреть снизу, что там. Ну что, ударились. Ну тут защита, но все равно. Ну вроде ничего не капает. Не, потеку на, не надо. Не, запотекло, так за ярус взял. Не течет ничего. Упала. Что, пришла вода? Закипело. Все нормально. Это закипело скорее, может, там. От чего ей кипит? Да непонятно. Термомуфта работает же, да? Лиска муфта. Рваны. Что, багажник? Так, Нива дала кружок. Так. Я его снял ще там. Так он десь за сидушкой. А, есть, думаешь? Да. Я думаю, с ним история такая. Так, продолжаем наш чемки путь. Так, квадрик обошел наш. Тут обгоняют. Франц, ну тут интереснее, чем на котлете, да? Да, конечно. Мне тоже больше. О, мы вклинились между лидерами. Ты знаешь, что это лидер красная? Да.
Да, да, да. Держись за ним, и мы придем на второе место. Наверное. А вон, смотри, сколько там навстречу. Так, ты мне главное, ну, пока, забишь, не выбив, пока все держится. Извини, пожалуйста. Да его, давай за ноги его выбросим назад, блин. Только смотреть, посмотреть, чтобы никто не ехал. Да, конечно, ну что, три подписчика увидит, блин. Что написано тебе, куда тебе идти. Три подписчика ты увидишь, блин, максимум, блин. Глянь, мы идем в темпе лидера сейчас, Франц. Только пыльно, блин, за ним. Ой, жесть вообще. Что, подрезать его хочешь, обогнать? Очень быстро. Главное, яму не словить. Потому что можно... Взвинтили темп по бешеному вообще. Можешь как-то подпрыгнуть, чтобы этот на дереве остался, который в люке торчит? Не надо. Я вспомнил дорогу. Ромыч тут до сих пор. Мы же Ромыча заберем вместо этого говоруна, блин. Так они одинаковые. Не, Ромыч, ты этот, у этого мозоль, посмотри, какой. Вон он, мозоль, блин. О, где твой мозоль? Ты еще яйца мои покажи. Не, я... Парни, осторожно. Держись, блин. Ты рот открывай, тогда в глаза меньше пыли будут попадать. Будешь жрать ее. Ртом глотай пыль. Молчи, собака. Ротом. О, тут какая живописная трасса, красивая, блин, смотри. Тут шашлыки есть. Вы есть? Там, выходи. Шашлыки вкусные. Выходи, иди, блин, ты надоел уже. Что? Тут ветки, осторожно. Франц, мы так его не догоним, блин. Ну, главное в своем темпе идти, правильно. Главное не застрять. Так, а что? Мальчик, не высовывай голову, тебя отобьет ее, блин. А. Убери свою камеру, ни хрена не видно, блин. Блин, где он к вам прибился, блин? Франц, ты знаешь, кто это или нет? Яма. Это там, где застряли, да? Прошли то страшное место. Нет, сейчас место будет страшнее. Сейчас будет страшнее. Держись, осторожно, Франц, не спеши. Да, держись. Не возбросила темп, лидер. Он понимает, что он оторвался, понял? И не понимает, что мы его сейчас сделаем. Да, гонка еще та. Ромыча заберем, нет? Что он тут один? Ну да, вот, здесь большая горка. Я понимаю, что меня... Куда я? Парни, держимся. Держим зубы. Не спеши, не спеши, не спеши. Хорошо. Поехали. Этот раз помягче. Идем уверенно, в общем. Блин, если бы не вот эти ноги еще стоящие с жопой, блин, посередине, было бы вообще идеально. Хочешь, я тебе покажу глаз один? Блин, давай, слышишь, короче, будет бугорок следующий. Ты бери за левую ногу, я за правую, и выпустим его на улицу. Месть за глаз, да, блядь? Да, месть за глаз. Слышь, моя, блядь, так, а у меня, видишь, с глазом тоже? Ведь тоже, да? Ну, не он, ну. У тебя правый глаз, у меня левый, да? Это его жопа виноват. Веталь, блин, убери камеру. Убери, ничего не видно, не махай граблями. Как это... Мигай фарами ему, Франц, мигай ему. Лыжню. Нива, давай быстрее едь, что ты там? Ты ж на Ниве. Так это красная Нива, это лидер. Серьезно, он на первом месте идет. Так, вот. Не, горочка. Не уступает, да? Ну, второй круг мы намного быстрее проехали. Смотри, что там за время сейчас. Держимся, парни! Ах, как держимся. Страшно! Страшно не то слово. Страшно и укачивает. Да. Нива не уступает дорогу. Так, палки, ой! Так, вот тут Ваня. Да, подъезжаем. Факт нам показывает. Болот. Двумя пальцами, да? Так, ветки. Типа, что мы Ниву не догоним, понял? А вот это же у него вот. Идем по водичке. Ух ты! Ух ты! Нормально идем.
там Блин, он тут может оторваться от нас. Так. Тут нас обгоняют конкуренты. Где? Кто нас обгоняет? Ну, там уже поджимают. Кто поджимает? Какая сзади машина? Тут их много. Ёханы бабай. Обогнали нас. Но этот не в нашем зачете, не страшно. Так. Так. Белая Нива. Белая Нива. На пит-стопе, да. Ого, так далеко. Далеко валит, нормально так ускоряется. Специально нас держит, понял? Белые пешли. Угу. Блин, вообще в глазах земля. Фу, Франц. Идем на обгон. На обгон, обгоняем лидера. Ёханый бабай. Что там? Не было ДТП? Сигналь ему. Франц жесткий, он обгонит все равно. Обгоняем. Не дает. Это не спортивно. Это не спортивно, да. Это вообще Серега не прав. Все, вставили лидеров, разорвали. Да, Ромыч снял обгон с улицы. Страшно. Высунься в люк, если страшно. Нет, не хочу. Я хочу жить еще. Вылези в люк, я тебе говорю по-хорошему. 7 зубов еще осталось моих родных. А, так много. Точно 27? Да. Это у тебя на 26 зубов больше, чем надо. А, 2 зуба надо. Один зуб просто так болел. Нет, да. А вторым зуб не одного. Жесть. Ну, жестковато, да. Я, наверное, выйду на финиш. Да выйди вообще, лучше тут выйди, блин. Да нет, не надо, тут комары. Надоел уже ты. Главное руками. Руками не махай, блин, ты глаз человеку набил, блин. Чертяк. Держись за меня, блин. Так, наша яма. Держись за меня. Так, наша яма. Что там, Франц, не поджимает он нас? Потерялся? Да. Круга 4, наверное, потерялся. Да мы идем на победу, реально. Сейчас этого сбросим, блин, тяжелого, блин. Жирного, блин. Да сдвинь ноги, воняют уже. Что тебе воняет? Убери ты камеру, твои 3 подписчика у меня все увидят. Что ты начинаешь? Да, у тебя 192 тысячи, они ничего не смотрят. Посмотрят, так. Не смотрят. 192 714. Держись. Держусь, зубы держи. Стисни зубы, капуста. Так, нас кто-то пешком справа обгоняет. Где? Да я вру, что ты ведешь. Так, вон, УАЗы. Спортец, Нива, все по встречной полосе. Там будет где-то дерево с веткой, понял? Подпрыгнешь и зацепишься, а чтобы не терять время. Сзади две Нивы. Далеко? Сколько до Нивы сзади? 70 метров. 70 метров. Идем на победу. Какой-то фотограф с нас справа фотографирует, известный. Это Андрюха. Да убери ты твой таз, люди не могут смотреть. Да ноги, ты надоел уже. Я снимаю, как Франц пилотирует, блин, лучший просто. Сейчас снимешь, доедем до финиша. Я выйду, а то уже невозможно. Да, что-то Луаз остановился. Вот проблемы какие-то у ребят. Вот не... Стой, тормози, что-то он там махал. Полонник, ты что включишь? А, может, Франц, не спеши. Может, баллонник, да. Ну, сейчас будем ехать. Мы на победу идем, в принципе, нам некогда останавливаться. В окно можно бросить будет ему. Нет, это не мапа, это баллонник. Лобовое. А, нет баллонника. Далеко. Что температура, Франц, нормально? Учимся. Ёханый бабай. Опять мы. Старт-финиш прямая. По
по болоту идем. Блин, тут становится потяжелее выход. Тут очень узко, да. Так, осторожно, Руслан, держись. Яма, держись. Держусь. Так, на финише готовься, я буду выходить. Франц, выпустить этого надо малохольного, блин. Мы сразу пойдем на скорости. Так, подожди. Стой. Пассажиров. Все, поехали. Закрыл. Фух, блин. Ты глаза можно. Ты слышишь? Ты слышишь, насколько быстрее пошла машина? Франц. Нашли баллонник? А колесо, наверное. А может, открутилось просто? Бывает такое. Так, тут. Что сзади? Что там сзади? Не видно никого? Нормально мы дубасим, слышь, так у нас темп такой получился, что... Ёханы бабай, что... Они нас за нами не успевают. Ну да, надо ж теперь нагнать круги. Так сейчас будем разрывать дистанцию. А махни дворниками пыль с лобового стереть. О! Как-то плохо видно, блин. Блин, теперь этой жопы по центру нету. Кажется, что чего-то не хватает, да? Нужно ехать. В шлемах жарко. Димон, жарко в шлеме? А? В шлеме жарко. Надо, рекламу. Нормально. Видеофиксация, можно было прокатить, но... Ого, ты видел, что делает? Неплохо. Так я снимал, что на сетку кинул, тебе надо выкинуть дорогу. Не, вот тут у нас за сетушку. А мне недорого стоит. Байкерский кожаный шлем, 13 тысяч. 13 тысяч. Я уже легче идем. Без того хомяка легче идем. Таксимчик? Да. Ты накатался? О, Луаз починился, едет. Едет Луаз. Ты можешь кто-то высадить, а то поснимаешь на скоростной трассе или нет? Не-не-не, я с вами. Не, Макс. Не, я снимать ничего не хочу, да. Я пешком. Я хочу пешком идти. А, нет. Тормози. Оп, нормально. Где-то мы примерно в одном темпе идем. Так, все держатся. Опять старт-финиш. Смотрю, что у нас там. Время, минута. Минута 3. Минута 4. Короче, в районе 4 с копейками круг. Получается. Ну, максимум, да. Да не, быстрее. Медленно едем. Сейчас точностью до секунды засечем. Слева объезд может быстрее. А, Ромыч, как ты тут? Как ты, Ромыч? Пенсгауэр на карбюраторе, да? Да. Пробой, а ты же его видел на фестивале. Да что-то я... 108? Это два раза 108. Два раза? Давай я в окно буду второй раз говорить.
Так прямо снизу хорошо она едет, мотор четкий. Что? Мотор четкий, говорю, снизу хорошо подхватывает. Да, 2,5. Это который 99 лошадей? Да. 4D56, это известный Паджеро. Угу. Нормально идем. За счет амортов ты на этом прямике, конечно, нормально наваливаешь. За счет амортизаторов. Ай-яй-яй! Что там такое? Мы не снимали. А что там, писал кто-то? Я вдруг, да? Не скажем, кто. А я не видел. Там посмотришь по камере. Сантраки тут есть. А вот Андрюха. А ты бабай. Ранчероки дубасит. Да, да. Горка. Так, догоняем, догоняем УАЗ какой-то. Кто это? Саша с Валей? Сашу с Валей догнали. Он в другом классе, да? Ну, они в селёдке, да, они. Они в лайте. А там можно по этому, по бассейну будет рядом обогнать. Пылюка за ним, конечно. Может люк закрыть. Идем за УАЗом. Там на прямике его можно будет обогнать. Ну, ТВ-ха еще слева подрезать пыталась. Сто два, ты шо? Сигналит. А вон еще колонна впереди. Догнали ЛуАЗ мы. Догнали всех. Блин, не посмотрел. Ну сейчас мы за три круга посмотрим, сколько. Следующий сейчас. Сколько за три круга получится будет. Ну блин, тут как люк закрыть? Давай, я. Саня пропустил нас. Не закрывается что-то. Идет, все, Франц, нормально. Пошли на обгон. Это серьезный УАЗ, ЛуАЗ впереди. Осторожно. Он не такой скоростной. Тут, да, на этом козлике попрыгать. Ты в курсе, да, у тебя был тоже? Да. И у меня был, а два.
А у меня же запорожец на него на этой базе. Да? Да. Мне? Житомир, да. Я чувствую лицо знакомое. Я бы Шайтан у меня был. А где Шайтан, кстати? На ремонте? На тюнинге, правильно сказать. Блин, что-то без люка жарко, да? Кондиционер включай. Блин, Луаз нас затормозил немного. Мигай фарами ему. Полноприводный? Полноприводный. Полноприводный? Да. Не, есть и задний. А, не, залупанный. Да, да. Полноприводный, да? Ну, конечно. А когда ты был прилуп, это задний? Ой, где-то в Киеве, Да. Вы же слышали, что что-то не ехали? Не, тоже не мой, тоже товарищ. Последний раз, когда вы? Да. Да, то с этого, с казана Миша. У него задний, ну, на квадрошинах. Ну, так, ну Луаз нам продолжает. Смотри, в этом месте Гранд Чероки мы встречаем все время. Мы бы уже были дальше. Ну, блин, ох их трясет их там, слышишь? Да. Жесть. Нету сигнала? Блин, давай там прямик будет перед старт-финишем. О, уступил. А, о. Есть. Обошли. Там независимо. Плохо, но смотри, мы Ниву догоняем потихоньку. Догоняем, догоняем всех. Йохан и бабай, Франц немного перебрал. Ох, Йохан и бабай. Земля сыпется с крыши. Закрывай люк. Фу, блин. Черпанул, понял, попало на капот и на крышу. Все, закрыли полностью. По воде. Нас обогнал. А я думаю, где он? А ну время, смотрим время. Нет, час 11. Значит, три круга мы проехали за 14 минут. Но тут нам тормозили, то есть где-то 13 минут три круга. По 4 с копейками, короче. Так, кого-то догоняем. А, не, это УТВ-ха. Ну, она, смотри, уже в нашем темпе чуть-чуть быстрее идет. Четвертая? Пятая. Что с мостом? Ну, что видно, что так когда или передний или задний, там, ну, союзом идет, понял? А, что-то подклинило, да? О, догоняем банду всю. Догоняем уже. Отрыв небольшой. Блин, чтоб не та засада, реально могли нормально это.
А что, не стоит сзади блокировка? А родной не было, да? Да, что-то с мостом у Саши свали. Съехали в сторону. Складывается спальное место полноценное, да? О, Гранд Чероки что-то подотстал от нас. Вот она ждет. Это спорт. Где-то 15 минут до финиша осталось. 15 минут. Три круга спокойно еще можно дать. Вот они смотрят, думают, вот это ты дубасишь. Глянь, догоняем. Глянь, мы в темпе у ТВхи идем, она чуть-чуть оторвалась. Практически не оторвалась. Хватает, конечно. На 108. 4 минуты мы проехали круг. Останавливаться. А, да подожди, мы же обгоняли волынцев, значит, мы чероки догоняем. Догоняем всех. Ну я же говорю, темп высокий очень. Все-таки 2-4 амортизатора решают. Ну и пилот жесткий. Штурман. И штурман жесткий, еще жестче, да. Штурман уже замерз. Чего? Он был мокрый, я там под кирпичами, а сейчас уже холодно. А что, у тебя окно закрыто? Нет. Открыто. Ого, кого-то догоняем. Ниву, колонну целую догнали. Блин, глянь, и красную догнали, круг отыграли. У всех круг отыграли. Да, второй. Да, да. Ну как их обогнать теперь? Там в том месте, а он всем держит. А, в том месте, там где... И вот у меня опять специальный офис стал, и все, не списать. Ну это просто, ну как бы... Не хочу выражаться, чтобы ты не плакал, не пикал. Знаешь, не спортивно, да, не спортивно, скажем так. Не спортивно. Чтобы тут, если телека проходит, чтобы ниво не развернулось, но это сразу, что не надо. А, ты просто не сделали. А, нет, вон. Так, догнали, 69-й Серпеня. Блин, мне нравится, как мотор тянет хорошо. Ваш прав, 17, это наша лебедка. Что, про лебедку? Я говорю, сигнал, это наша лебедка, нечем посигналить. А, да, сигнал. Что лебедка, что сигнал, все, может, не надо. Важен. На газике тоже там. Матрика не вышел вдруг.
Ранчо Чероки Шевроле Нивой, так и тут мощно. Тут где-то раздвоение было. Газика сделали. Осталось три Нивы перед нами подряд. Там что-то. Глянь, квадр что делает. Осторожно, не задави его. Он борется сам с собой. Это самая сложная борьба, да? Да. Нет, двое, не двое. Двое, да? Да. Он его, да, вот другой. А, не вместе, типа? Да он уже там ее сделал на 5 кругов, наверное. Йоханы бабай. Вытирай лобовое. По встречке можно, по левой, Франц, по левой можно было их. Не-не, там проходное. Блин. Если там попробуем, а там были квадрики или нет? Не, там проезжали вроде. Кто-то вставляет нас, газик. Смотри за газиком. Мало. Для обгонов мало места, конечно. Организаторы не учли. 108. 108. Так, три Нивы перед нами мешают, не дают. Не дают победить. Протри лобовое. Ни хрена не видно. Пылюка. Вставили. Второй раз красную, мы да. Мы уже догнали ее, это по-любому. Но эти повеселее идут, чем красная. Да, они специально, понял, они обогнали, может, на круг. И не всех держат. Они не принесли. Их высыпали, что. Их да, надо организаторам будет сказать, да, чтобы в следующий раз на брифинге предупреждали по этому поводу. Если машина вас догнала... Это должно быть, оно должно знать, это чтобы до того, как ехал встал, да, это должно быть. Ну вообще да, по правилам. Не первый раз придумано и... Да. Там сейчас можно будет их на этом. Ну, у нас темп выше, мы их всех догнали. Белая, кстати, слабенько идет. Это та же останавливалась. А это жесткая, да, она. Это лидер, кстати. После первого дня. Ну да, да. Он такой, для контента он пойдет. Он дубасил вчера, конечно. Отжигал. У него самоблок сзади. У него два. Впереди сзади. И впереди стоит? И красная вклинилась опять. Опять вклинилась.
вклинилась, не дает. Где-то тут раздвоение. Опять он вылез. Да, опять будет держаться. Да. Не дает. Квадроцикл в отрыве. По воде сейчас, Франц, по воде слева можно лупануть будет, как 69-й. Да можно их ставить будет нормально там. На когте. Он, видишь, отрывается перед водой. Давай, давай, он пока тормозит. Блин. А куда прямо? Сейчас будет прямик. Опять старт-финиш. Осталось, наверное, времени. Что время? На один круг. Один круг остался. Один круг. В принципе, уже можно и не спешить. Ну, по идее, да. Количество кругов одинаковое будет, да. Можно не спешить, но... Не спортивно. Мы вставляем все равно ее. Ох, и белая дубасит, слышишь? Рвется к победе. Он, наверное, сейчас лидер, я думаю. Потому что красную вставил, он догнал, обогнал, то есть. Сейчас Франц не может красную придержать, и будем, мы поможем вылететь. Да, да. Ну вот поставим тут по 3 минуты, опять еще. Ух, как он дубасит, слышишь, блин? А мы что хуже? Да это вообще, говорю. Это только Франц такое может исполнять, блин, на микроавтобусе. На маршрутке. Это жесть вообще. Так, все, финишный круг. Мне интересно его поджать. Да, да, давай. Ну он молодец, как идет, да? Он на контент работает, мама не говорю. Вот. Вообще, блин, идет очень круто. Вчера хорошо, я говорю, где он был? Вчера он, блин, исполнял. Вы не должны отстали. Блин, на приближении, чтобы показать его лучше. Пробуй, чтобы мы с тобой все догнать, вот мы выходим, мы пора, там такое. Я же два раза там уже направил. Раз. Не до конца, направо. А я не вернусь. Луаз догнали. Обошел осторожно. Что там такое? Упал? Делика, конечно.
конечно, сила, я вам скажу, блин. Неожиданно просто валит она. Блин, там я с улицы представляю, как это выглядит, как ты за ним гонишься, блин. Смотри. Ёбканый бабай Франц жесткий. Нива удивляет, честно говоря. Ты тоже меня удивляешь. Это жесть вообще. Что там время? Все. 28. Да. Все, все, да. Блин, это была жесть, конечно. Да. Вот такая гоночка. А ведь все на круг поехал? Ну, не успевает все равно. Все, паркуйся. Фух, блин, вот это жестяк. Вот это прокатились. А что мы то, что там потеряли, но мы трошки там. Да, Mitsubishi Delica, конечно, с этими двумя маньяками. Надо. Ну, в общем, подписывайтесь, такая была гоночка. Это лайт был. Лайт. С моим ростом поднимать и все остальное. Вот на этой тачке дубасили. Ох и дубасили. Это жесть вообще. Луаз. Сейчас обед, потом хард. Крепкая делика. Ну как трасса? Трасса говно, ворги козлы. Знаешь, как... Да, да, ужас просто. Отлично. Вот участники все. Все тут на последнем круге. Ну как дорога? На трех цилиндрах. На трех цилиндрах? Да. То вы останавливались, да, несколько раз? Из-за насоса докачивает. Из-за насоса, да? Шел лысый, ты живой остался? Фух, блин, жесть вообще. Капец, да? Это жесть. Все, все,